Чего они хотят? Да! О, я так и слышу их крики! Легендарный дикаст Алексиос против лучших воинов Атлантиды! Ты обязан принять участие! Ты задумал Панкратион? Ха! С этим я готов помочь! Не совсем. Но меня вдохновил твой успех в Элиде. Уверен, в этот раз ты порадуешь толпу ничуть не хуже, чем тогда. Если все удастся, о нас будет говорить весь город. Что ж, попробуем. Приветствую! Приветствую всех! Наш город ждет новое невероятное зрелище! Сегодня у нас с вами особый гость! Ваши сердца будет радовать великий дикаст Атлантиды! Первый противник явится прямо из царских хранилищ! Великий дикаст перед несравненной мощью страдет! Сейчас узнаем! Давай, Алексиус, порадуй публику! Поле Архонта. Это вам явно не Панкратион. Новое испытание дикаста уже близко. Еще никем не побежденный чемпион. Он суров и жесток. Справится ли с ним дикаст или падет в неравной схватке? Итак, чемпион повержен! Победа за дикастом! И зрители сказали свое слово! Что ждет побежденного? Пощада или смерть? Если ты не отдашь меня толпе, это сделает Годир. Было честью сражаться с тобой, дикаст. Поражение здесь не должно стоить жизни. Дикаст оказал честь чемпиону и пощадил его жизнь. Радуйтесь! Он и впредь будет сражаться ради вас, зрители. А теперь последний бой на сегодня. Дикаст вынесет приговор сброду, который пятнал наши улицы. О боги, что происходит? На благо Атлантиды... Сегодня этим преступникам дана последняя надежда на искупление. Для них будет честью умереть от руки дикаста. Довольно! Я отказываюсь! Не бойтесь! Правосудие свершится любой ценой! Какое ужасное поражение, дикаст!
Но ведь я же победил. Вот только я не просил победить. Я просил тебя порадовать толпу. Эти игры лишь усилят распри в городе. Рано или поздно люди поймут, что происходит. Игры потерпели крах. Отныне люди не успокоятся, пока не найдут новый выход для терзающих их страстей. Их жажду насилия ничем не утолить. Просто продолжай их удивлять. Думай как человек, а не как Ису. Я пытался. Но ты пощадил преступников. И, разумеется, толпе это совсем не понравилось. Они же беззащитны. Что это за развлечение? Это же резня. Мы приносим их в жертву во имя мира и порядка. Точнее, принесли бы, если бы не ты. О чем ты говоришь, Гадир? О том, что мои труды пошли прахом. Остается только начать все сначала и надеяться на лучший исход. Надо очистить арену. Это... безумие? Остался еще один. Может, сразу сделать все за него? Тоже день нам принесет.
Вероятно, жезл будто стал продолжением моей руки.
Нужно быть осторожным. Huh?
До скорого.
меня будут искать. Нужно действовать осторожно. Добытую адамантиновую руду хранят где-то здесь. Адамантин у меня. Отнесу его Элпиде. Мой жезл что-то пробудил в ней. Словно эти реликвии неразделимы.
Адамантин, я держу слово. Приятно знать, что ты и правда искусен. Ты стоишь того, чтобы тебе подражать. Ты и так хороша. Зачем же тебе меняться? Твоя судьба — быть декастом. А то, что я делаю, — моя судьба. Я уверена. Людям Атлантиды повезло обрести такую защитницу. Ты отлично справишься. Рада, что ты разделяешь мои взгляды. Но у тебя есть только адамантин. Лишь до тех пор, пока искусный мастер не изготовит из него артефакт Ису. Ты знаешь, где меня найти, если понадоблюсь. Кузнецу нужно время. Но затем мы изменим Атлантиду навсегда. Убедись, что твои обязанности выполнены, Декаст. А затем жди меня у дворца Атланта. Лучше не лезть в бой и действовать незаметно.
поддается. Артефакт Ису. Впервые вижу такое. Ugh.
Получается, Азаэс и врач и Архонт? Азаэс меня осмотрел. Что же я упустил? Что же делать? Азаэс, ты, похоже, занят. Дикаст. Рад тебя видеть. Давно меня ничто не радовало. Столько больных. Странно, что даже Ису не в силах совладать с эпидемией. Это ужасно. Я не могу ни вылечить больных, ни остановить заразу. О, скольких я уже потерял. На тебе лица нет. Тебе встречалась такая болезнь раньше? Нет. В этом цикле много странных явлений. Флора гибнет, всюду насекомые, звери нападают. Эти знаки тревожат меня. Когда впервые появилась эта болезнь? В начале этого цикла. Сперва я не придал этому значения. Но число больных росло с каждым днем, и вскоре началась настоящая эпидемия. Не волнуйся, мы остановим болезнь. Скажи, что тебе нужно. Был один артефакт. Над ним работал ученый по имени Конз. Он должен был почти мгновенно исцелять любые болезни и раны. Был? Артефакт Конза утерян. Ученые пытались воссоздать его по чертежам, но испытания еще не завершены, и его не проверяли на людях. Может, не сработать? Дело даже не в этом. Посейдон запретил применять к людям технологии Ису. Но если не принять меры, боюсь, мор охватит всю Атлантиду. Если ты думаешь, что артефакт может помочь, я непременно его достану.
В тебе мудрость Ису и милосердие человека. Лучшего Декаста и не представить. Ты найдешь новый артефакт в одной из лабораторий Ису в архиве Конца. Вот твоя... мерцающая тряпочка. Это нанорегенератор материи, но он у тебя. Просто не верится. Что ж, посмотрим, на что он способен. Азаэс, что происходит? Я думал, что правильно его настроил. Что же я наделал? Больной мертв, устройство бесполезно, а ты нарушил закон Посейдона. Как нам теперь быть? У нас нет другого способа победить болезнь. Попробуй еще раз. Да, ты прав. Если опустить руки, мы потеряем очень многих. Думаю, я смогу настроить артефакт так, чтобы он исцелял людей. Похоже, все больные скоро выздоровеют. Почти все больные. Артефакт нужно доработать, но потенциал огромен. Посейдону не понравится, что мы нарушили закон. Рад, что не я украл артефакт. В любом случае, без тебя я бы не справился. Спасибо. Буду осторожен. Ah!